Всем здравствуйте! Личность Владимира Жириновского была движущей силой ЛДПР, заявляли партийцы. И речи о кадровых заменах пока не велось. Сложно определиться с подходящей кандидатурой. Политологи, в свою очередь, одним из вероятных претендентов на пост председателя назвали Владимира Соловьева. Эксперты указали, что до сих пор телеведущий делал ставку на поддержание личного бренда, а не на развитие большой системы. Однако другие предположили, что Соловьев вряд ли захочет быть вторым после Жириновского. После заявлений специалистов журналисты поинтересовались у представителей ведущего, есть ли у него планы возглавить ЛДПР. Владимир Соловьев все домыслы опроверг. Сам Жириновский среди своих преемников называл губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам Федерации Алексея Диденко. Между тем депутат Госдумы Елена Дропека на посту главы ЛДПР видела руководителя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого или губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Напомним, после оборвавшейся жизни Владимира Жириновского пост временного председателя партии занял Леонид Слуцкий. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.